идем, посмотрим ту самую площадь Таксим, на которой все начиналось, да? Начиналось что? Ну как это? История города? Да какая там история города? Ну помнишь, там... Не хотела сказать слово Майдан, да, а... Ну не Майдан, но тут действительно была борьба за освобождение. Борьба, да, была. Было, и вот памятник стоит. Что прикольно, да, ну не удивительно, но чайки летают. У нас вместо... Чайк вообще летает. Здесь чайки, голуби. Чайки и голуби. Мечети не было, когда мы были. Бублики. Вот такой бублик стоит 2 лиры. Мечеть стоит. Вот они. Да, вот он, этот памятник. В борьбе за освобождение там стоит. Броник стоит. Мы сегодня шли, там полицейские возле этого броника селфи себе делали. Так. Вот это у нас памятник. Время зачитаем. Пойдем. О, тут целое книжище. Вот что я говорил, человек в шортах. Человек в шортах. И в кофточке. Классно. И это не местный. Так, давайте книги. Я читаю, короче, вам. Так, это республиканский монумент. Сделана она была итальянским скульптором Пьетро Каноника. Ребята, я хочу сказать, кому интересно, вбейте Republic Monument и прочитайте в Википедии, и вам все будет понятно. А, то есть... вон, на нескольких языках, вот стоит колонна. Пойдем. Тут же для ты ж не успокоишься. А что ж это за собор они строят? Не было его 2 года назад, этого собора не было. Не нашел? Все. Славянам, видимо, это не нужно знать. Ну, приятно находиться, вот здесь зеленая травка, где солнце появляется. Ребята, 15 декабря. Не так холодно. Хотя для меня это удивительно, потому что мы еще зимой здесь не были. Мы были здесь в конце осени, да? Мы когда здесь были? В ноябре. В ноябре месяце мы здесь были. 2 года в конце назад. Ноября, 2 года назад. Было комфортно, но мы не думали, что и зимой здесь будет комфортно. Как мы и говорили, Макдональдс, Бургер Кинг, его на каждом углу. Вот впереди вас, буквально, вот он сразу Макдональдс. А мы его еще не видели. Мы его не видели. А есть пятачок, еще... где все они вместе. Так, сцена, да? Да, это готовят какие-то выставки. Готовят, ну, возможно, Новый год, кто их знает, что они тут готовят. Нет, ну что-то у них 29-й. Ребят, кто знает? День Турции, скажите, наверное. Нам, а? Ну да, карта Турции нарисована, турецкими, не знаю, элитичный. А может, какой-то национальный праздник. Таксим Майдани. Диджитал. Цифровой, понятно. Густрем. Меркези. Непонятно. Ну что, в метро спустимся? Я понимаю только Таксим Майдан. Да, ну турецкий флаг, ребята. Здесь их почему-то делают крупных размеров. Ну блин, портит этот кран, блин, картинку, ну портит, ну. Ну что-то строят, что-то так везде во всем мире, что-то достроят. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.